Зачем ты скинул? Оставь мышонка в покое, это мой мышонок, тише. Молодец. Хулиганище. Я думала, кто у нас мышонка сбрасывает постоянно? Понятно теперь. Чего, Митюшка, снова тебя подставляет? Птишка, и что дальше? Ну, сбросил. И что? Так, по-моему, дурной пример показали. Витя, вот тебя только не хватало с твоей целеустремленностью. Тишкин, ты зачем Мите напоминаешь, что хулиганить можно? Витя, боюсь представить, что вот вас теперь двое. Ну ладно. Один хулиганище улегся, второй начал. Ага, что следующее? Корзины, к счастью, нету, чтоб мне на голову уронили очередной раз. Дешевле.